США, штат Иллинойс. Халил Амин на своем постоянном рабочем месте в Аргонской национальной лаборатории. Он также работает адъюнкт-профессором в Стэнфордском университете. Всю свою жизнь ученый посвятил тому, чтобы помочь человеку использовать энергию эффективно, бережно относиться к тому, что нам дано природой, а также сделать жизнь на планете проще. Ученый родился в Марокко. В 1989-м получил докторскую степень в Бордо. Работал в Бельгии, потом в Японии. С 1998 года и по настоящее время Халил Амин – заслуженный научный сотрудник и руководитель программы по развитию технологий аккумуляторных батарей Аргонской национальной лаборатории. В течение последних 10 лет он самый цитируемый в мире ученый в области аккумуляторных батарей, автор 197 патентов и 554 публикаций. Разработанные им материалы применяются многими корпорациями – BASF, Envia, LG Chemical, Microvast, Samsung, TODA, Umicore и всеми производителями электромобилей. Главным достижением доктора Амина считают изобретение катода NMC, аккумулятора, на основе которого обладают наивысшей плотностью энергии и работают стабильно в условиях высокого напряжения. Он широко используется в батареях электромобилей BMW, Chevy Bolt, Chevy Volt, Nissan Leaf, Ford, Toyota, Hyundai и ряда других. Одно из последних изобретений Халила Амина — новая супероксидная система аккумуляторов. Она способна выдавать в 5 раз больше энергии, чем литий-ионные батареи. Ученые всего мира считают, что именно это открытие приведет к резкому росту числа электромобилей. Последние лет 20 я в основном занимаюсь проблемами хранения энергии, разрабатываю передовые технологии для производства недорогих современных аккумуляторных батарей. С такими батареями электромобили смогут преодолевать большие расстояния. Также хранить энергию, получаемую из солнца и ветра, станет проще. Сегодня в энергетике очень важно заменить уголь, дизельное топливо и природный газ. Ну и для бытовой электроники они тоже пригодятся. Халил Амин успевает сотрудничать со многими университетами мира и является обладателем десятков престижных инженерных и научно-технологических наград. При этом он живет жизнью обычного человека, любит проводить время дома с женой и детьми, а в отпуск уезжать за пределы США, чтобы показать сыну и дочке, как живут люди за пределами страны. Должен признаться, я уже немало премий получил за свою жизнь. Но премия «Глобальная энергия» самая престижная, несомненно. Я очень благодарен и признателен Ассоциации «Глобальная энергия» и Комитету за то, что включили меня в семью лауреатов. Мои фотографии и имя попали в газеты по всему миру. Так что я точно стал более знаменитым, чем был раньше. С нетерпением жду продолжения сотрудничества с Ассоциацией «Глобальная энергия»,